Каждый конкурсант демонстрировал знания в области экологии и техники промышленной безопасности, навыки оказания первой помощи в случае ЧС. Здесь собрались только лучшие представители групп охраны труда. Они защищали свои проекты, которые направлены на улучшение трудовых условий для работников, решали практические кейсы. Конкурс мы проводим ежегодно в рамках целого ряда мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Это, скажем так, одно из заключительных мероприятий. Цель проведения, конечно же, привлечь внимание к вопросам охраны труда, мотивировать наших работников, сверить часы, кто как себя чувствует, какие у кого мысли именно по развитию этого направления и в целом повысить уровень подготовленности, компетенции наших работников.